Детство Большинство из нас с умилением вспоминает то прекрасное, беззаботное время, полное веселых забав, приключений, открытий. Однако есть и для кого ранние годы были наполнены грустью или даже печалью. Детский дом, пьющие родители, тяжелые болезни. Некоторых при воспоминаниях наполняют смешанные чувства. Например, мое детство и юность прошли в семье евангельских христиан-баптистов во времена Советского Союза. И несмотря на то, что есть много приятных моментов, которые я мог бы вспомнить, мы, верующие, были изгоями в том обществе. Большинство жителей верили в коммунизм, отрицали существование Бога и всячески притесняли тех, кто думал не так, как они. Мне нередко приходилось испытывать унижение, оскорбление и несправедливость как со стороны некоторых сверстников, так и педагогов в школе. Заниженные оценки, невозможность получать хорошее образование – насмешки, воспитательные беседы, двухкомнатная хрущевка для семи с пятью детьми – абсолютно нищета. Каким же было детство и молодые годы Иисуса? Этот вопрос волновал многих исследователей на протяжении двух тысячелетий. Об этом было написано ряд книг, которые называются апокрифами, такие как, например, «Евангелие от Фомы» или «Евангелие детства Иисуса». В них подробно описывается жизнь мальчика Иисуса, который обладал божественными способностями, и в силу своего детского возраста использовал их как на добро, так и на зло. Например, мог исцелить больного или воскресить умершего, слепить из глины птичку и оживить ее, или проклясть мальчика, обидевшего его так, что тут умер. Однако у нас нет никаких оснований доверять этим произведениям. Они не вошли в канон Нового Завета и называются апокрифами, что буквально значит скрытое, тайное, недостоверное. В них немало ошибок и неточностей, сомнительное авторство и неизвестное происхождение. Мы, христиане, можем полностью доверять только Библии, Слову Божьему, 39 книгам Ветхого Завета и 27 книгам Нового Завета каноническим. В Библии нет ошибок, неточностей, сомнительной и неважной информации. Так что же Библия говорит о детстве Иисуса Христа? Скажу сразу, очень немного. Изучая четыре Евангелия, мы можем предположить, что Иисус первые два года своей жизни провел в Вифлееме, где его нашли мудрецы с Востока. После того, как царь Ирод приказал убить всех младенцев от двух лет и ниже, Иосиф с Марией и младенцем, используя золото, подаренное волхвами, вынужден был бежать в Египет. На вопрос, почему родившийся Христос не спас сам себя от солдат Ирода, Иоанн Златоуст отвечает, «Если бы Господь с первого своего возраста начал творить чудеса, то его не стали бы признавать человеком». Спустя короткое время Ирод умер, и семейство Иосифа вернулось в землю иудейскую, но уже не в Вифлеем, который находился рядом с Иерусалимом, столицей, а в глубокую провинцию, в город Назарет, в Галилее. Именно там прошли юные годы Иисуса. Текст из Евангелия от Матфея, 13 глава с 55 стиха, немного приоткрывает завесу тайны о его детстве. Не плотников ли он сын, не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, Иоси, и Симон и Иуда, и сестры его не всели между нами. Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем и не совершил там многих чудес по неверию их. Когда повзрослевший Иисус пришел в свой родной город и пытался учить народ, то столкнулся с определенным пренебрежением со стороны тех, с которыми он вместе рос. Это позволяет нам предположить, что Иисус рос в бедной многодетной семье. Его отец был плотником, обрабатывал древесину или тесал камни, другими словами, был человеком тяжелого физического труда получить хорошее образование Иисус не мог. И, скорее всего, помогал Иосифу в работе, чтобы прокормить большую семью. Если бы он с детства выделялся способностями творить чудеса или делать какие-то знамения, то, скорее всего, люди, знавшие его, были бы рады встрече с ним и с глубоким уважением и почтением слушали бы его. Однако мы этого не видим. Поэтому можем утверждать, что Иисус рос обычным ребенком, никоим образом не проявляя свою божественную природу, и особенные способности. И, наконец, давайте посмотрим на единственный текст в Новом Завете, в Евангелии от Луки, второй главе, который конкретно описывает события из раннего периода жизни Иисуса Христа. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матери его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его удивились разуму и ответом его. И увидев его, удивились, и матерь его сказала ему, «Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем вам было искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов – и Он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и Матерь Его сохранила все слова си в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости, и в возрасте, и в любви у Бога и у человеков. Итак, какие выводы мы можем сделать, узнав о детстве и юности Господа? Он рос, как обычный молодой человек. Он был трудолюбивый и, несмотря на то, что жил в бедности, не роптал, а наоборот, заботился о своих братьях и сестрах. Он был в добрых отношениях с окружающими людьми, соседями, знакомыми. В 12 лет он был надежным, серьезным молодым человеком, заслужившим полной доверия со стороны родителей. Он любил учиться, особенно изучать священное писание. Он не кичился своими способностями и не использовал их для собственного самоутверждения, был скромен и миролюбив. Согласитесь, что несмотря на скудость информации о молодости Христа, то, что мы о нем узнали, делает его прекрасным образцом для подражания. И еще одно. Дорогие родители, у Иосифа и Марии была замечательная привычка. Они любили приходить в храм и брать с собой детей. Если у вас есть дети, приходите сами и приводите их на церковные богослужения. Учите их с раннего возраста любить Бога, Церковь, Библию. Thank <music> you.